Всем привет, друзья! И сегодня я вам расскажу о самых жутких и мистических местах Украины. В четвертом месте я поставил Подгорецкий замок. У замка есть страшная тайна. Все, кто ночевал здесь в последних годах 17 века и до сих пор, видели ночью настоящего призрака. Легенде по замку бродит душа убитой молодой жены Вацлава Живузского Марии. Из-за ревности он собственноручно убил юную возлюбленную, а ее тело замуровал в стенах дворца. На третьем месте поставил Олеский замок. Под стенами этого замка время от времени появляется дух монаха. Существует легенда, что при жизни монах любил плотские развлечения и нередко наведывался к женщинам из ближайших сел. За это монаха наказали и замуровали в стенах без еды и воды. В стенах якобы даже находили его скелет. На втором месте я поставил замок Паланок Мукачево. Легенда этого замка связана со свекровью Софией Батори и невесткой Илоной Эри. О Софии Батори ходит страшная слава. Женщина якобы имела пристрастие к человеческой крови. Для кровяных ванн Софья приказывала приносить в жертву 13-летних девственниц. Вероятно, эта история является преувеличением. Однако жестокость Софии доказывает историки. В ее время в стенах Мукачевского замка были застенки, в которых мучили людей. На первом месте я поставил гору Бона. На горе Бона в Волынском городке до сих пор стоят развалины бывшей княжеской крепости. Название горы связано с красивой итальянской королевой Боной Сфорца. Ей из-за чрезмерной жестокости приписывают демонические поступки. Согласно легенде, красавица заключила сделку с дьяволом. Сатана за это и пообещал вечную молодость. Королева за вечную молодость приносила жертву девственниц. Их сбрасывала с вершины замка на острые сваи. Такие вот места, друзья. Не судите строго. До скорых встреч.